Заряженные на карте Tremor. Заряженные — это новый режим. В английской версии он известен как Cranked. И в нем что нужно сделать? После того, как вы убьете человека, вам дается 30 секунд жизни, перки и так далее. Если вы не убили никого за 30 секунд, то вы подыхаете. Новый режим, сейчас посмотрим. Не знаю, чем отличается от просто командного матча, не знаю, потому что 30 секунд бегать никого не убивает, это странно. Ну, я взял себе новое оружие, ARX-160, повесил на него прицел, так далее. Еще перк поменял. Один, первый. Не знаю, лучше это оружие или нет, посмотрим, но оно стоило больше всего. То есть, да, здесь еще нужно... Вы, наверное, увидели в прошлых... Пошел в жопу, комментатор сраный. Ну, в смысле, я не про себя. Так вот. Что я хотел сказать-то? Меня сбил этот комментатор. Так вот, здесь нужно оружие покупать за очки, да. То есть, вы видели, наверное, очки отряда, которые я получал в прошлых... играх, это как раз оно. Ну, он уже сколько наубивал-то, мне интересно. Я поставил не тот прицел, который хотел. Я хотел отсок как раз, вот тот, который у мужика. Но я поставил этот. О, господи, боже мой! Что это происходит? Я стал быстрее! Мощнее! Выше, сильнее! О, фак! Я сдох. What the fuck? Я ничего не понял! Так. Опять он. Господи, а. Знаете, его надо обойти с этой стороны. Ну где тут обойти? Я ничего не знаю. Фирмина это картина. Потрясающе. У него 10 секунд оставалось до конца. Да зато упал уже, серьезно! Хватит меня возрождать туда, где враги смотрят, там, где враги смотрят, а? И опять, смотрите, я там же, по-моему, нет? Или хватит мне идти туда? Да, я опять же на том же самом месте, туда же бегу. Мы ведем. Я косой. Надо стрелять очередями. Спутниковый терминал активен. Ага, здесь можно было обойти, окей. Обнаружен вражеский... Наконец-то! Запуск! О, фак! Адреналинчик! Спутниковый терминал активен! Джейсон Сэтхэм! Где ты? Я тебе надаю по щам! Джейсон! Даже с такой скоростью меня смогли убить, просто потрясающе. А, он хорошо прицелился в меня, ладно. Знал, куда я побегу. Угадал. What the f... Да какого хера здесь два врага-то уже я здесь зареспаунился? What the fuck? Как обычно. Чё это такое? Приближается дружественная ракета Тринити. Союзники активировали спутниковый терминал. Ну, блин, мне-то не надо бегать. Высокой скорости, чтобы всех уничтожать. Говно. Ну ладно, может, мужику нужнее было. По-моему, тот, которого только что убили. Отлично! И здесь уже еще один есть. По-моему, это тот, кого только что убили. Он, наверное, не ожидал встретить здесь врагов снова. What the fuck? 3-9. Как я ужасно всасываю. Хер его знает, что это за карта. Блин, я подумал, что это враг, это кустик на самом деле. Охереть! Постоянно везде враги, просто замечательно. Может, я на какой-нибудь клан напоролся? Или просто я расслабился что-то? Или к пушке не привык? Или лазеры все видят? Черт его знает. На, гранат просто так. Вау, я помог каким-то образом. What the fuck, чувак, ты меня так напугал. Мужик. О май гад, нет, только не вражеский вертолет. Че, все, он улетел, что ли? Так быстро?
Окей. Не-не! Види, как я убежал! Это все потому, что я заряженный! Да! Я Джейсон Стэтхэм! О, господи! Джейсон Стэтхэм! Джейсон Стэтхэм! И где все? Ну все, ребят, я труп. Потому что я никого найти не могу. Потому что карты слишком большие. Ах ты, козел, а! Охереть. Охереть. 4-11, предпоследний в команде. Или последний даже. What the fuck? А где он? А где он? Снизу, что ли? Обнаружен вражеский спутник. Запуск. Жопу. О, господи, вражеский оракл. Господи, как страшно. Я даже не знаю, что это такое. О, боже. Ну, просто замечательно. Я был последний, по-моему, нет. Окей, я подумал, что матч закончился. 5-12. What the fuck? Я не понял, что это было. Что это было? Вы кто-то... Wormsoft выпускает спрута? Чувак, не надо нам рассказывать о своей сексуальной жизни, пожалуйста. 5-12, да! Да, я лучший игрок в своей команде. Ничего не знаю. 5-12. Все остальных не существует просто. Больше заряженного, заряженного геймплея. Я готов стать Стэтхэмом. Давай. Давай. Давай, да. 9, 8, 7, 6, мать твою. 5, 4, 3, 2, 1. А текстура до сих пор не прогрузилась. Посмотрите на это дело. What the fuck. Графика ужасна. О май гад. И это же та карта, на которой я впервые сегодня поиграл. Охереть! Ну ни хера себе. Капец. Воу, 6-11 уже. Какого члена? What the fuck, чувак, классно, мы с тобой встретились, конечно. А, мужики! Я же заряженный! Это считается, нет? О, фак! О, фак! 10 секунд! Ну как? Опять он упал, что ли? О! Я в него не попал, игра хочет сказать? Окей, отлично! Окей! Я в него не попал, оказывается, или попал. Он попал один, больше, чем один раз, ну ладно. What the fuck? Опять он. Господи, надоело. Кто здесь был? Охереть! Один четыре, я в половине случаев вообще не увидел врага. Откуда прилетел этот выстрел? Охереть! Охереть! Что это такое? Вы видели, как меня возродили? Вот это что такое было? Смотрите! Я возрождаюсь! Опа, я возродился! И враг уже сюда забегает! Отлично! Просто потрясающе! Вот снова враг здесь был! Охереть! О, боже мой, 1-7. Союзники активировались. Обнаружен вражеский спутниковый терминал. Чё-то не то. Заряжен. Может, я кривой, конечно. Фига себе. Как? Как меня задели? Меня не было видно вообще! Алло, гараж! О май гад, он мне в боковину попал. Охереть! Отличный респаун, просто потрясающий. Что пошло? Что опять не так? У вас карта огромная! Почему вы меня респауните рядом с врагами? What the fuck?
Охереть. А, я еще кого-то убил, отлично. Меня убил это во время смерти. Он же внутри. Союзники активировали спутниковый терминал. Что? Задание выполнено. Отлично. Так быстро? Ну, вы сами видите, какая это карта, раз все так быстро закончилось. Я честно, половина смертей, ну ладно, половина смертей была на моей вине, половина смертей я просто не убил врага, и меня зареспаунили жестко. Два или три раза респаун был просто замечательный. Зачем на такой большой карте, ваша карта большая, зачем вы зарождаете рядом с врагами, вот это мне непонятно. Ну хотя, разделило, смотрите как, смотрите как разделило, чувакам не повезло из той команды. Я им честно не завидую. Давайте еще один матч в этом режиме и пойдем куда-нибудь еще, потому что это что-то как-то совсем уж мясно. Еще больше заряженности, да? Игра, заряжай свои респауны, давай! Давай! Давай, я верю в тебя, давай! Давай, давай! Ну, я перестал быть заряженным, ну... Ну, да, ну ладно, ну да, еще 3 секунды, окей. Все, поехали. Я помню эту карту. Я ее уже изучил. Сейчас, по-моему, вот здесь кто-нибудь выйдет. Мы ведем! Нахера это сделал? Окей, никого нет. И у меня кто-то ждет. Ну, отлично. Может, снять нахер глушак? Хотя, он наоборот помогает, по-моему, увеличивает точность. What the fuck? Что это было за... Сколько у него уже убийств было? А, все понятно, он просто быстрый. What the fuck, видели? Меня возродили точно там же, где я только что сдох. Вы это видели? Вы это видели? Oh my god. What the fuck? Дерьмо. Кто стрелял в него? Фак, я сейчас сдохну. Детонация через 5. Какого хера? Отлично, кемперы уже сидят. Вроде бы режим антикемперский, но кемперы уже есть. Я его даже не увидел. Да за... Долбало. Нужно брать другую, наверное, другое оружие, наверное, на этот режим. Мы выигрываем бой! Заряжен. Окей. Пока. Зря стоял. What the fuck? Патроны! Патроны! Спутниковый терминал активен. А хорошо пробежался так. Хороший маршрут, надо еще раз выбрать его. Ну, отлично, выбрал маршрут. What the fuck? Обнаружен вражеский спутниковый терминал. Блин, я подумал, это враги. Что? Какого? Смотрите, меня возродили рядом с врагом. Меня возродили именно тогда, когда был рядом враг. Ну просто потрясающе. Козел. Понял, да? Я тоже это буду использовать. Сосунок. Ну, отлично. Теперь меня застрелили сверху, потому что меня решили никто не прикрывать.
подумал, что чувак со мной побежит, но нет. What the fuck? Ну! Какого? Одно убийство оставалось. А-а-а, неважно. Отлично. Какой-то странный режим. Гипер странный. Ну, у них были АФКшники, отлично. Два АФКшника. Теперь понятно, почему они просрали. Не повезло, ребятам, не повезло. 6-10. Я всосал. И так все взорвалось в конце. Мол, эпично. Нет, у вас взрывы дерьмовые, ребят, извините.